Дым от лесных пожаров снова охватил Мирный. Ярко выраженный запах гари чувствуется не только на улицах, но и проникает в подъезды, квартиры. Медицинские маски пригодились, в них сегодня ходит большая часть жителей. Делать так советуют и специалисты Роспотребнадзора. Как объясняют синоптики, если недалеко от населенных пунктов есть лесные пожары, дым от них распространяется на ближайшие территории по типу тумана и скапливается в низинах. Усложняет ситуацию отсутствие ветра. Он не растаскивает воздух по округе. Из-за мглы в первой половине дня к тушению пожаров не могла приступить авиатехника. В условиях сильной задымленности визуально экипажу сложно определить очаги возгораний для сброса воды. Первые рейсы самолета Минобороны Ил-76 выполнили ближе к обеду. Сегодня военная техника, в том числе вертолеты Ми-8, сосредоточена в Вилюйском Улусе. В общей сложности Якутскую тайгу сегодня тушит более 2000 человек, 300 единиц техники. 26 июля в Якутии действуют 154 термоточки. Высокий класс пожарной опасности сохраняется в трех районах Якутии. В Усть-Алданском Улусе одно возгорание, в Жиганске 12, в Горном 16. В Мирнинском районе 4 очага, в Ленском 3.